Привет, друзья! Посмотрите, какая у нас погода. Дождь. Дождь уже который день и плюс 15. Никак не приходит лето. Сегодня у нас, по-моему, 10 июня. Вот. Я была сейчас в библиотеке, сняла вам интересный там маленький сюжетец, скину внизу, скину в конце этого видео, друзья. Вообще, вы знаете, история у нас такая. Я немножко приостановила свои видео для вас, потому что уже даже и не знаю, как вам объяснить ситуацию, которая произошла. Ситуация произошла весьма печальная опять, сколько бы я ни говорила, что, в общем, столько пишут в комментариях всяких гадостей. И главное, что, понимаете, вот, пишут, конечно, мне адекватные подписчики мои, что не обращайте внимания, Галина, дураков на свете много. Но самое интересное, что... Как вам сказать, что вот, ну хорошо, я сделала какой-то сюжет, сняла видео, я сказала свои размышления, рассказала вам свою точку зрения на это. А, понимаете, всегда, в общем-то, я предупреждаю, что моя точка зрения может не совпадать с вашей. Это мое субъективное вот такое вот, понимаете ли, мнение, которое может быть неверное, может быть еще что-то. Но для того и существует масса мнений, понимаете, чтобы вам самим разобраться, что правда, что есть истина, что есть ложь. И когда, в общем, не только девочки-мажорки с деньгами или там, знаете, богатенькие какие-то вам показывают видео своих богатейших домов, как они шикарно живут здесь в Англии, и все, знаете, раскатывают губенки и думают, что действительно, какая прекрасная здесь в Англии жизнь. Да, вот, ну, вы знаете, иногда, конечно, люди, которые смотрят видео, они неадекватные. Люди не понимают абсолютно, как это сложно делать видео, и как это сложно потом находить тему, что-то показывать, чтобы заинтересовать людей. Да я понимаю, что сейчас развелось много блогеров, но вот так вот иногда хамят и обижают, что, знаете, диву даешься. Вот, хожу по берегу, да, стараюсь снять для вас шум волн, стараюсь снять для вас красивый вид. Закрываюсь от ветра. Прыгаю по камням и проверяю стабилизатор. Знаете, ну сейчас, по-моему, я уже тут даже ноги переломаю. Мне кажется, что стабилизатор вообще не колышет камеру теперь у меня. Да, друзья? Все-таки, наверное, отменная вещь. Я буду стараться улучшать свои видео для вас. Вот. Но и вот как бы один второй шаг уже сделанный. Хочется более профессионально делать свою съемку, чтобы у меня все-таки не было дизлайков. Стараешься, делаешь какое-то видео, куда-то долго едешь, думаешь, как это все построить. Это же все не просто так. Как это все вам показать, преподнести, что рассказать. И вроде и сам доволен. И когда выкладываешь это видео и видишь там 20 или 30 дизлайков... Так вот, вы знаете, я могу, в принципе, понять людей, когда они пишут, что у них другое мнение, что они не согласны с моим мнением. И почему бы и нет, как говорится. Но когда начинаются конкретно
переходят на личности и начинают меня оскорблять. Вы знаете, вот это вот неприемлемо. Это просто ужасно.